Старые зарубежные и советские песни в аранжировке этого коллектива звучат современно, свежо и креативно. Как и все другие произведения в их репертуаре. От классических джазовых композиций до каверов на популярные сегодня треки. У каждого за плечами немалый опыт. Вместе они собрались еще в колледже, но как группа существует сравнительно недавно. Заниматься концертами, выступлениями, работами, там, внешним видом и всеми такими вещами мы начали год назад. Теперь мы считаем, что у нас 15 января день рождения. Это было, да, вот в прошлом году. Вот, мы тогда решили, что теперь будем работать по-новому, будем учиться по-другому играть. И вот, собственно, вот годовой результат. За это время выступали на разных площадках. Сами называют себя некоммерческим форматом, потому что играют то, что им нравится. И в этом их индивидуальность. Зритель всегда чувствует искренность. Всем понравилось. Это действительно ценно, потому что как бы мы сами считаем, что когда музыка идет от души, она обязательно откликается у любого слушателя. И нам радостно очень наблюдать, что это действительно так и есть, и это мотивирует работать дальше, развиваться, делать что-то новое. В нашем городе выступают впервые, но зрители квартирника в первой Одинцовской библиотеке мастерство группы оценили по достоинству. А уж им есть с кем сравнивать. Многие ходят сюда на концерты каждую пятницу. Честно, у нас такие артисты хорошие были, но вот такого, понимаете, я извиняюсь, задор, азарта и такого переверни наши уши и вообще настроение. Мы прямо в восторге от вас. Вот я лично в восторге. Спасибо. Ребята искренне ответили на вопросы зрителей о профессии, творчестве и, конечно, любимых книгах и писателях. Пообещали вернуться в гости в Одинцово вновь. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».